привет! Меня зовут Даша. И сегодня я хочу снова вам напомнить, а также рассказать о проекте Aragon X. Но прежде чем приступить к обзору, я напоминаю, что в своих видео я никогда никого не призываю инвестировать. Я только знакомлю вас с проектом, поэтому куда вложить свои деньги, вы решаете только сами. Итак, Aragon X – это первая индонезийская игра NFT, созданная в концепции персонажей разных видов драконов на основе элементов. Персонажи внутри игры – это драконы, которые защищают свою жизнь от врагов. Команда запустит новую торговую площадку ориентировочно 26 января 2022 года. Также подготовьте свой токен Aragon X как можно лучше для гача, так как на гача вы получите еду для драконов, батарею для инкубатора, а также яйца дракона. И напоминаю, что купить их токен можно на PancakeSwap, подключив свой кошелек MetaMask или Trust Wallet. Также проект разыгрывает для двух счастливчиков, купивших два пакета 10x гача, 20x гача, которые смогут присоединиться к событию Luxury Trip to Labuan Bajo. И для присоединения к событию необходимо заполнить форму, поэтому вся подробная информация есть у них в официальной группе Telegram. Поэтому переходите, заполняйте, участвуйте и выигрывайте. Итак, далее расскажу немного про концепцию игры. Концепция игры представляет собой игру «Играй, чтобы заработать», основанную на экосистеме Binance Smart Chain. Итак, система драконов. Каждый дракон имеет статус по умолчанию. Дракон имеет 4 фазы эволюции, то есть яйцо, детеныш дракона, подросток и взрослый. Игрок сможет заработать дракона, выполняя гачу, инкубацию яиц и размножение. Также система повышения уровня, она содержит в себе то, что каждый дракон может повышать свой уровень, кроме кормя его едой, напитком, который игрок может получить в приключении или битве. Система разведения, она содержит в себе то, что игрок должен иметь и использовать токен криптовалюты Aragon X для разведения дракона. Два дракона с одинаковой и либо разной редкостью и максимальным уровнем могли заниматься разведением. Игрок получит новое яйцо после завершения разведения. Также этапы разведения. Вы должны поместить яйцо в инкубатор. Игрок может только инкубировать яйцо. Для каждой редкости есть определенное время инкубации. И что касается битв, то битва здесь пошаговая. Игроки могут сражаться в режиме приключений и предстоящих битвах PvP. Битва будет происходить по очереди и атаковать автоматически. Первый ход рандомный. Битва будет завершена после того, как все враги будут побеждены. И наградой за битву являются предметы и токен. Также все планы и мероприятия по развитию проекта вы можете посмотреть в их дорожной карте на сайте. И проект имеет сообщество в Twitter, Telegram, Instagram, Discord и Reddit. Присоединившись, вы всегда будете в курсе всех новостей, сможете следить за обновлениями, также не упускать никаких раздач и розыгрышей от проекта, сможете участвовать, побеждать и выигрывать ценные призы. Поэтому всю подробную информацию я оставлю в описании под видео. На этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, подписывайся на мой канал, пиши комментарии и увидимся уже в следующем видео.